Не верь ложному слуху, написано в недельной главе Торы Мишпати. Однажды пекарь пришел к человеку, который делал масло, и говорит: знаешь что, давай мы по бартеру будем. Я тебе буду приносить килограммовые буханки хлеба, а ты мне будешь давать каждый день килограмм масла. На то мы порешили. Пожали друг другу руки, и так и началось. Неделю, две, несколько месяцев, несколько лет даже это длилось. Потом пекарь обратил внимание, что то масло, которое он получает, оно стало немножко меньше весить. Но он сначала думал, может быть, ошибка. День проходит, два, три. Все то же самое. Это было в старые времена, и поэтому весов точных не было, как теперь электронные. И он решил поехать в город. Собрался, запряг лошадей и поехал. Приехал в аптеку. В аптеках были весы. Дает он этот килограмм масла, который хочет проверить, килограмм ли это. Взвешивает ему аптекарь и говорит: 900 грамм. Опа! Ну, думает пекарь, да, попался ты теперь. Мой напарник по бизнесу, по бартеру. Возвращается обратно и говорит: знаешь что, дорогой мой друг, ты мне не продаешь, не даешь килограмм, ты мне даешь 900 грамм масла. На что его напарник говорит: нет, я тебе даю ровно килограмм. Короче, они начали спорить. И тогда этот говорит в сердцах: хочешь, пойдем к раввину, я тебе даю килограмм масла. Пекарю ничего не оставалось сделать. Пошли к раввину. Приходят они к раввину. И этот пекарь рассказывает эту историю, что он был в аптеке, в городе, ему взвесили это, и это весит 900 грамм. Судья, раввин спрашивает: что вы можете сказать по этому поводу? На что этот еврей, который давал ему масло каждый день, говорит: нет, я ему даю ровно килограмм. После этого судья ему говорит: нужно проверить ваши весы. Может быть, ваши весы врут. Знаете, есть очень важная вещь, что весы, гирки, нужно было очень проверять. И они были всякие случаи, когда эти гирки весили меньше. Короче, он говорит: принесите ваши весы. Пошел он за весами и за гирками. Приходит он в суд и говорит: вот мои весы, вот мои гирки. Но вместо гирек он принес что? Он принес буханку хлеба, которую получает от пекаря. Положили на одну чашу весов буханку хлеба, на вторую чашу весов масло, и оно ровно весило столько, сколько весит буханка хлеба. Тогда пекарь, который сказал, что он будет переносить килограммовые буханки хлеба, ему стало стыдно. И он понял, что в первую очередь нужно смотреть за своими ошибками. Нужно искать в себе, что нужно починить. И взвешивать свои поступки на правильных весах.